Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Дорогие мои, сейчас хочу показать вам небольшую закуску из селедки для тех, кому надоела селедка под шубой. Для этого нам понадобится селедка. Я уже ее почистила от косточек, но у меня была уже такая готовая, в том плане, что животик был вспорот. А если вы возьмете целую, то лучше скрывайте со спинки, так будет удобнее убирать косточки. Значит, селедка, перец болгарский, красный, желтый, у меня два варианта. И сыр мягкий. Сюда нужно еще зелень было взять, но я сразу взяла сыр с зеленью. Поэтому у меня будет без зелени. И еще не обязательно брать два цвета перца. Просто какой у меня был в холодильнике, такой я и взяла. А вообще достаточно просто болгарский перец. Мелко порезать, все подготовить. Итак, я начинаю и буду вам показывать. Оставайтесь со мной до конца. Еще не сказала, но нам обязательно потребуется стрейч-пленка. Я ее сразу подготовила, она на кадре есть. Так, стрейч-пленку расстилаем, подготовленную рыбку кладу, уже очищенная. У меня хохланд, мягкий сыр с зеленью. Творожный, вернее. Ну, какая разница, мягкий творожный. И сейчас я буду его по рыбке размазывать.
Так, все, я намазала. И еще хочу сказать, вы загодя доставайте, ну, пораньше немножко доставайте сыр из холодильника, чтобы он немножечко, ну, помягче был. А то вот я этого не сделала, и он у меня сейчас очень твердый. Теперь сюда сыпем перчик красный. Любой. Ну, я просто два цвета взяла. Повторяюсь, да, в холодильнике какой был, такой и взяла. Ну, я два цвета и как мозаику насыплю. Остальной перчик у меня пригодится для других целей. Ну и так далее. Сейчас ровненько разложу. У меня никаких пропорций нет. Все делаю на глаз. Сколько хотите, столько кладите. Теперь это нужно все свернуть рулетом. Вот для этого нам нужна была пленочка. Сейчас мы это все, я сейчас это все сверну рулетом и покажу вам, что у меня получится из этого. Придерживайте немножко аккуратно и вот так пленочкой сворачивайте. Много не накладывайте, потому что будет сложно свернуть. Сейчас я закончу, покажу вам. Ну все, у меня рулетик вот такой вот получался. Я его сейчас, видите, я много наклала, а тут животик сошелся. Ну, в принципе, где хвостик, всегда так бывает. Поэтому я теперь убираю его в холодильник на пару часов минимум. Потом в разрезе покажу вам, что из этого у меня получилось. Ну вот, миленькие мои, прошла у меня ночь. У меня не получилось через 2 часа разрезать. И вот вам показываю. Смотрите. Вот рулетик. Ну, весь я его резать не буду ни к чему. Вот рулетик в разрезе. И вот они кусочки. Я всем рекомендую попробовать сделать такую закуску. Очень вкусно и необычно получается. Я всем вам... Всех вас, абсолютно всех благодарю, кто смотрит меня. Особенно, кто пишет комментарии, ставит лайки. Всем вам говорю огромное человеческое спасибо. Я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока!